Пас, прострел штрафную, удар по воротам. И счет становится 4-0. И давайте смотреть, кто все же замкнул этот прострел рикошетом от перекладины от Павла Савицкого. Конечно же, это Егор. 13-й мяч. Поравнялся он с Павлом Савицким по количеству забитых мячей в турнире. Итого 26 голов на двоих. Вдумайтесь, неплохо. Очень и очень неплохо. Вот такая крутая